Заседание коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области открылось торжественным поздравлением всех работников отрасли с профессиональным праздником и церемонией награждения лучших сотрудников почетными грамотами и благодарностями. За 33 года существования налоговая служба из фискального органа превратилась в сервисную структуру. Сегодня оплатить налоги можно, находясь в любой точке мира, через порталы ФНС или госуслуги. Сервисы налоговиков помогают зарегистрировать новые компании, рассчитать самую выгодную налоговую нагрузку, проверить партнеров. Данные Федеральной налоговой службы достоверны, надежны и находятся в открытом доступе. Сегодня налоговая – это не только все, что связано с налогами. Мы стали таким значимым агрегатором больших данных. Мы стали важнейшим источником информации, который помогает государству принимать оперативно необходимые решения. Эффективная работа налоговых органов позитивно сказывается на функционировании и развитии социальной сферы, оперативное исчисление налоговых льгот, оформление положенных выплат, обеспечение стабильной работы бюджетников. Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области является гарантом социально-экономического развития области, является гарантом реализации многих новых инновационных инфраструктурных проектов на территории области. Обеспечивает стабильное поступление доходов в бюджетную систему, в консолидированный бюджет Самарской области. А это все обеспечивает и стабильное функционирование учреждений бюджетной сферы, своевременную реализацию мер социальной поддержки населения Самарской области. 1 декабря наступает срок оплаты налогов. Трехтысячный коллектив налоговых органов Самарской области уже оплатил имущественные налоги и призывает самарцев последовать их примеру. Светлана Кудрявцева, Галина Топилина, Николай Епифанов. События.